Так как очистили-то? Он же в переходе играл. Так он играл в переходе между вторым корпусом и столовой! Ну что я могу сказать о саксофонисте Степане Ходине? Хороший был. Саксофон. Да? Нормально же было, да? Ребята, ребята, стойте! Вы что, не понимаете? За 7 минут отчислили двоих! Вспомните слова считалочки! Вышел заяц на крыльцо. Да, считалочка! 8 пирогов учились целый день. Без слова болтал один, и их осталось 7. Учились, учились. Мы сейчас на пару опаздываем. Как раз на паре Есениной дочитаю.